Дочь Успенской заподозрили в наркомании из-за неадекватного поведения. Друг Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин, рассказал, как певица переживает из-за шокирующих выходок дочери. Поводом стало опубликованное в сети видео, где дочь королевы шансона Татьяна Плаксина разгуливает босиком и с полотенцем на голове по улице, заглядывая в витрины магазинов. Поведение девушки в ролике было настолько неадекватным, что пользователи заподозрили ее в наркомании. Сама 66-летняя певица никак не реагирует на то, что вытворяет живущая в Америке дочь. Она лишь выкладывает соблазнительные фото и выступает на корпоративах и концертах. Но в душе несомненно переживает, пишет Стархит. Конечно, материнское сердце болит. Проще делать вид, что ее это не беспокоит, не осуждать, чтобы дочь с ней хоть как-то контактировала. Принять и понять такое Люба никогда не сможет, рассказал изданию друг семьи Бенхин. Татьяна Плаксина нигде не работает, но финансово при этом не страдает. Дочь певицы прилично заработала на ток-шоу скандальными высказываниями о матери. Так телеканал НТВ выплатил Плаксиной 450 тысяч рублей, а Первый канал 15 тысяч долларов. К тому же дочь певицы живет не в съемном жилье, а в собственной квартире вместе с отцом в Западном Голливуде, которую ей за 2 миллиона долларов выкупила мать. Да, апартаменты при этом нужно содержать, поддерживать в нормальном состоянии, оплачивать взносы, налоги и ЖКХ. Все это на Любины деньги, либо на деньги Плаксина, которые он имеет опять-таки с бизнес-проектов, в которые вкладывалась Успенская, говорит Бенхин.